Так, добрый вечер. Всем добрый вечер. Пришла Разя. Да? А мы ее снимали? Я вот не помню. Разя. А папа? А? Да вы что? Вот я не запомнил. Такая необычная кличка. И я не... Ой, подожди, это у нас бульдог? Английский. Английская бульдожка она. Да. Вон она какая. А, наверное, я ее не узнал, потому что она в жилетике. Да? Вон она. Татоша, ну иди, удели внимание девочке. Сколько ей годиков-то? Два? Полтора. Полтора годика. Да? Скажи, ух ты, старый, все время приписываешь женщинам полгодика. Ну, Татоша, а? Не ждали мы, что сегодня к нам пожалуют гости. Думали, суббота. Все уже отгуляли. Татоша, иди, Разя. Да, я тебя поближе поснимаю для нашей мамы. А в прошлый раз, по-моему, я ее издалека снимал. Да, еще кто-то гулял, наверное, да? Нет, мы что ты ждешь? Ой, это у нее такие ошейники, что? Светящиеся? А они не светятся просто, да? Зачем тратить электроэнергию, когда и так светло? Татоша, иди. Что-то ты интересов никаких не проявляешь. Почему? Последнее время. О, давай. Разя, давай. Давай, погоняй его. Погоняй. Опа. Вот. Только игрушки не бросать. Да. Поэтому я так и вышел. В белых штанах с собаками лучше не гулять. Да, они уже просто готовы. Что? Гуляй. Ну, Татоша, поставлю я пока на паузу. Может, вы надумаете тут обжиманцы устроить. Мы тогда включимся.